после этого тебе открылось, что каким-то языком ты мусульманским молилась, да? И что было с тобой за это время? Когда я жила с человеком, ну, как бы он привел молу, и как бы говорит, повторяй за мной. И я начала повторять его слова, как бы, чтобы я стала его женой. А у них как бы такой закон. И ты забыла об этом? Я забыла совсем об этом. И когда человек начал за меня молиться, и он, ну, как бы, и я вспомнила, как бы Дух мне напомнил, Святой Господь мне напомнил, да, что вот был тот день, когда ты говорила, и ты забыла. И теперь я вот рассказала об этом, и Господь мне сказал, скажи вот эти слова, которые я говорила, да, там, слова ло-ло и ло-ло, там, я убрали, исцелилась. Мы отрекались, да. Мы отрекались от этих слов и освобождались, полное исцеление было. Я рада, я после этого радовалась, и я... Слава Богу. Слава Богу. Да, слава Богу.